Даже вниз, вверх, вниз, а было. Угу. О, офига. Ну, технодром. Не, музыка не подходящая. Здесь динамика должна быть в звуке. Помоги, хулиганы зрение мешают. Чё за хрень? Пушка дикая. Ножи нужны кому? Недорого. Ты же только не ходишь. 200 рублей. Но еще и подарок. Еще и подарок. Уникальные условия. Подарок люля-кебаб еще. Никого не трогал, ко мне принесли. Нет, трек не подходит под это дело. Нет, ножи заскроллили. Так будут еще. А может, не будут. Сначала успокоил, а потом отобрал надежду. На. Ну, из БТДД можно выбрать пошустрее что-нибудь. Например, уровень ракеты, он самый технологичный, как бы, по сути. Бери наши. Бля, нас зачикают сейчас. Ножи, Коль. Да ладно. Ну, из БТДД, да, можно было бы взять. Или из технодрома. Но он говорит, что они могут только из БТДД и БТ взять. Хотя непонятно. А, ну там вообще-то у них маппер другой какой-то особенный. Может, из-за этого. Свой и жабий маппер. Да. Технодром фулл несовский, да, я так понимаю? Да. Ну и вторая часть самая крутая музыка технодром. Ну а уровень из третьего, кстати. Не, это второй технодром, блин. Дойдем. Так. Не, ну вообще да, вот чисто черепаши бы этот засунули. Было бы круче. Куда едем? Угадай, Коль, какой тут босс? Проезд оплатили все? Все нормально? Босса угадай, Коль. Блин, ну шедер, наверное, ж. Да не. Не знаю. Из черепах хотя бы, блин. Слэшер, может? Слэш? Скажем так, холодно. Вообще не то, да. Ну тут связи с этим нету никакой. Морозильник, да, прям вот это вот. Коль, тебе холодно? А, Razer вот этот. Это в аркаде, короче. Да нафиг. Тут что с аркады, культяпки отпадают. Клингер, короче, в Рагнарок. Смотри, проще сказать, где Клингер. Робот, на, короче. На Роке. Это вот робот крыса. Ой, больно.
А вот я не. Надо бобик его найти сразу. А чё выше не подняться? Мы хотим все. И жизни взять, кстати. И жизни взять. То... В жизнь-то успеем что? Взять. Да нихера мы не ломали, Вась. Ну как мы, чё мы ломали? Пинкана. Он сидит, он ходит, просто всех распинывает. Походи. А жизнь нельзя взять, я помню. А там... ты его ни вверх, ни вниз не можешь, ты можешь да, да. Махать. А, ты на главаре, значит, только так. Знаете, для эпичности надо было, чтобы они вот перед этим уровнем сверху появились, да, да, да. Как будто они из технодром вышли. Вот это прикольно. Концы. Это было бы больше в тему. Ну, а дальше все то же самое. Понятненько. Нафиг, нафиг всех. В смысле? Хорош. Берите кабана на руки. На ручки кабана. Да, я-то взять его взял у королевы. Но она другого мнения, я понял. Да заберите ее от меня. Заберите, он не убьет, бьет в ту сторону. Мы все помянем. Живи! Живи! Нормально. ХП возьмите кто. Не, эпично, знаешь, когда пинка ему дают, чтобы он до конца экрана не долетел, вот так вот стопорнуть экран, еще и фотографию, знаешь, типа сделать чик. И вот этот снимок на память. Да, да, да. В какой-то игре же была такая штука, по-моему. А, ну да. Ту, что на четверых играли.